Друзья, привет! С вами снова Эллин, и вы на моем канале. У меня вот такая магия кульман. Это называется магия кульман. Мне не терпится распаковать. Поехали! Здесь есть очки и все другое. Покажи. Знаете, очки. Очки такие, как будто бумажные. 3D эффектом, да? Розовые или красные. Здесь фломастеры есть. Мне кажется, покажи. Вот такие. Разные. Угу. Которые можно рисовать. Дальше. Это подставочка, наверное. Давайте посмотрим, что это за кнопочка. Ух ты, она светится. Круто. И вот это что еще? Это основная часть, на которой я буду рисовать. А вот что я еще в коробке нашла. Вот это. Разные рисуночки красивые. Ну, здесь три рисуночка. На каждой стороне какой-то рисуночек. Вот здесь ракета еще. И вот здесь. Это разные инопланетяне какие-то и космонавты. Разные планеты еще есть. Здесь классные штучки подарили. Я выбираю вот такой рисунок. Прикольненький. Теперь поставлю его за стекло. Так. Как-то вот так поставила. Вот. Прикольненький. Открываем фломастер и рисуем. Так, где там открывает? Вот здесь. Ух ты, какие яркие цвета. Ой! Ой! Скользует здесь. Вот такие фломастеры. Ну что, давайте рисовать. На рисуночку как раз есть те цвета, которые у тебя. Да, все цвета здесь. Надо разрисовать весь рисунок разными цветами, и тогда получится наш рисунок. Поехали! Ой! Если у вас не получается, здесь есть резиночка, которой можно стереть.
Все готово! Вставляю в подставочку. Вау! Четыре-D-эффект получился? Да. Круто. Я как будто не так. Очень круто! Свинка такая смешная в этих очках. Видно, ребятки? Очень прикольно. Мне очень понравилась эта игрушка. Круто, прикруто, прикруто. Классная игрушка! Здесь можно много-много таких рисунок рисовать. И будет классная 3D. Ребята, если честно, очень классный эффект, действительно. Какая... Видно, я что она как бы в виртуальной реальности, и видно хорошо через очки. Классная штучка. Да. Нам понравилось. И звездочка, как будто 3 звездочки. У вас 1, а у меня 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Очень жаль, что этого не видно на камеру. Было бы круто, если вы тоже увидели это, как это будет 3D. Мне очень понравилось так рисовать, а если вам понравилось видео, тогда, конечно же, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. Всех люблю и всем пока!